Выставку «Игра с вечностью» новосибирского мастера Юрия Шахаяна откроют в Краеведческом музее. Экспозиция соединила работы автора из разных материалов, мелодию, написанную специально для выставки, отрежиссированные свет и видео. Ее называют иммерсивной. Этот формат позволит зрителю глубже погрузиться в чувства художника, понять его идеи. Анна Братушкина. Подробнее. 8 глиняных масок, больше 20 деревянных и керамических панно и несколько десятков металлических украшений. Все это в полутьме и под мелодию, написанную специально для экспозиции. Создает особую атмосферу иммерсивной выставки «Игра с вечностью» новосибирского художника, скульптора и ювелира Юрия Шахаяна. Такое погружение в работы помогает зрителю не просто увидеть экспонаты, а окунуться в мир образов мастера. Главный экспонат выставки – многоликая маска. Видеопроектор транслирует на нее различные фактуры. Зелень, воду, огонь, металл и бетон. Каждый материал создает неповторимый лик. А внизу зритель может увидеть глиняные прототипы маски. Все они отлиты из одной формы, но каждая уникальна. Каждую деталь можно не только посмотреть, но и потрогать. Однако художник уверен, в первую очередь экспонаты важно увидеть сердцем. Ведь и создавал свои шедевры мастер так, как велит вдохновение, без эскизов. Вот когда говорят, что человек сошел с ума, можно представить, что он по ступенькам сошел с ума в сердце. Хорошо, когда и голова, и сердце, они вот прямо уравновешенно работают, но сердце все-таки покруче. В керамических и деревянных панно зритель видит аллюзии на прошлое. В украшениях – микросхемы приборов будущего. Соединяя эпохи, художник создает вечность. Юра – человек, который работает с материалом, в широком смысле этого слова. Он работает с бетоном, металлом. В общем, все, чего касается его руки, если возникает вот этот момент такой химии, его рук и материала, да, в такой джазовой и импровизационной манере, что ли, рождаются вот то, что вы здесь видите. Увидеть работы гения фактуры Юрия Шахаяна новосибирцы могут в Краеведческом музее. Выставка «Игра с вечностью» будет работать до 18 июня. Анна Братушкина и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!